Мы записали альбом в несколько нетипичном для нас стиле. Это арт-рок с элементами барокко, полностью посвященный европейской культуре. Он называется «Дьявол и Господь Босх». И посвящен, в принципе, такой идее, как бы вам сказать попроще, мы очень сильно завернули, конечно, этот альбом. Но, в общем, альбом посвящен, в общем-то, еретикам, как таковым. И мы считаем, что корни фашизма надо искать где-то примерно там, где находится история Инквизиции. Мы все это дело завернули в огромное полотно, это 60 минут альбом длится, там все достаточно наворочено. К сожалению, это очень сложно воспроизвести группы, а под гитару вообще практически немыслимо. Но я спою одну песню, в которую этот альбом не вошла, и благодаря ей будет продолжение альбома, более простое, но в принципе на ту же тему. Эта песня называется «10 пуль для святого Себастьяна». Были убиты, живы на небесах.